25 ноября в Елабужском институте КФУ впервые прошла научно-образовательная акция «Ночь науки». Организатором мероприятия Елабужский институт КФУ. «Ночь науки» рассчитана на самую широкую аудиторию. Цель ее проведения – понятным и доступным языком рассказывать обществу, чем занимаются ученые, как научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает современному человеку. С удовольствием хочу пожелать вам интересного вечера, новых знаний, новых открытий. И, конечно же, с удовольствием ждем вас в нашем Елабужском институте на множество проектов, которые сегодня направлены на наших детей, на учеников школ, которые сегодня мы дарим с удовольствием нашим коллегам, учителям средних школ. И с удовольствием всегда открыто для жителей Елабуги. Гости смогли не только посмотреть на опыты, но и почувствовать себя настоящими исследователями. На занятиях и мастер-классах по криминалистике, финансовой грамотности, экологии, физике и математике, робототехнике и китайской каллиграфии. Заинтересовал китайский язык. Мы туда пошли, посидели, нам показали, как пишутся иероглифы, сколько там слогов. Я пришел сюда ради интереса к всяким программам. Я прошел тест криминалистический. У меня есть отпечатки своих пальцев. Я выиграл журнал КФУ. Там написано, что 15 лет исполнилось женскому училищу. Я бы сюда с удовольствием еще раз пришел. Я пришел сюда, чтобы узнать побольше о физике и посмотреть на роботов. А также узнать историю этого вуза. Об однозначном успехе говорят и цифры. Так работали 24 интерактивные площадки, о науке рассказывали более сотни ученых и исследователей Елабужского института КФУ, посетили мероприятие более 1000 любознательных и активных гостей мероприятия. Первое, что мы посетили, это мастер-класс «Китайские иероглифы». Для нас там была информация очень полезна, так как мы планируем поездку в Китай. Потом мы зашли, посетили музей интересных фактов, тоже очень много интересного узнали. Узнали, что во многих странах существуют глупые законы, о которых мы раньше даже не догадывались. И чисто случайно мы зашли в музей археологии, да, прошли квест, ответили на все вопросы. Вопросы были подготовлены очень чудесные, интересные. Мы включили мозги, поработали, отгадали все и выиграли приз. Фото на память. Елизавета Евтифеева, Динара Алмагамбетова, Айдар Салихов, Универньюз.